Вот сегодня 12 сентября. Это у нас братья тут. Вот Гриван Иван работает, что-то подметает на кухне. Этот с фляжей стоит. Полчаса стоит. Кузьмин Николай Георгиевич. Володя там рыбу вытаскивает, сварил. И сегодня за меня. Вот, пожалуйста, Пахмутов Георгий. А морковь поставили мне. Морковь. Это Володя Астужа. Смотри, чтобы ты окошки не залезли. Вот, пожалуйста. Печка горит, как прекрасно смотреть. Сейчас я огонек покажу. Ножичком отрежу. Кое-что тут. А потом подниму. Это русская печь. Я ее делал когда-то. Калашниковы жили, а теперь получилось, что Володя живет. О. Здесь чешуя варится. Карасина. Это что? Чешуя карасина. О, холодец из нее какой. Студень чудесный. Целые чашки студни. А покажи студень где? Здесь. Ну-ка, как он выглядит? На стол посопи, икры придай. О, посмотрите, какая студень. Дай-ка я вот так постучу по ней, поверху. Вот так. На стол подашь. Резина. Да. А икра где? Ну-ка, посмотри, вон. Вот, видно, вот, смотрите, Игнатий Николаевич. Направляйте камеру сюда, вот, смотрите. Трясется, да? Да. Икра вот тоже. А вот икра. Красивая. Это все свое. Обедать будем сейчас, завтракать. Картошка мелкая. Ее прямо с кожуркой есть можно. Брат, там это... Лимит-то наливаешь или потом? Нет, наливается. Володя, смотри, что мне... Ну, там холодно стоять. Они... Где ее? А? Где мы? А кушку воды наливаешь? Ну, мусор вытаскивает, то, что делает. Все. Теперь похлопать надо ее. Нет, не так. На-ка снимай. Вот и как дальше буду делать. Дальше ложкой надо. Отсюда все выбрать, чтобы эта связь прекратилась. Очень хорошо будет вычислить. Теперь вот так вот. Пожалуйста. Вот. Но я-то на этом не останавливаюсь. Дальше вот так вот. Чтобы отойди-ка сторонку. Вот я обмахнул, чтобы она мягкая была. А знаешь, что... Теперь по краю здесь согнал туда, сюда. Все. Водичка-то надо? Да. Воды не надо? Ну что, помыли, не надо. Надо. Яблок нету сегодня? Нету, нету. Они уже все это... 10 яблок всегда делали. Ну, яблоки большие. Ну, если мы просто не успели. А почему не успели-то? Что, считаете, что все? Нет, не пойдет так. Посмотреть, да? Это можно было бы съесть. 3-4, а я сейчас... 5-6. Даже удивительно, ровно 10. Игнатий Игнатьевич, мы могли бы там в прикуску съесть. Сейчас я их обмою. Время тратить будете сейчас. Это же быстро. Вы сказали, морковка 5 минут, и она должна быть съедена. Ну ладно, назад расставим. Конечно, что вы сейчас будете тратить время? Слушаю, повинуюсь. Все готово уже, все, за стол надо садиться. Воду не набрали. Переходите туда. 7 секунд. Подключаем. Захватывай туда все.